Актер театра и кино Александр Александрович Ильин начал сниматься в кино в 1992 году. Он сыграл роль мальчика посыльного в сериале «Мелочи жизни». Актер прославился благодаря сериалу «Интерны», в котором ему досталась роль Семена Лобанова. Хоть до этого Александр часто снимался в кино, именно «Интерны» сделали его популярным. Фамилия? Семен. Лобанов. Я, между прочим, на скоряке с первого курса впахиваю. В фильмографии Александра Ильина более 40 работ, среди которых можно выделить фильмы «Сильнее огня», «Забытый», «С 5 до 7», «Переводчик», «Форс-мажор» и другие. Во всех перечисленных лентах актер сыграл главные роли. Разрешите вопрос, товарищ капитан? Валяй. Вот у них документов нет. Зачем перед чаепитием документы сдавать? Они же не в разведку. Александр Ильин по-прежнему снимается в кино. Выход нескольких фильмов с его участием намечен на 2021 год. Помимо съемок в кино, Александр является автором песен и вокалистом группы «План Ломоносова». Вот наши древние мечты, мы удержимся, чтоб не упасть, если главное не растерять. Александр Ильин женат. Его супругу зовут Юлия. В 2018 году у пары родился сын Александр. Мальчика назвали в честь отца и деда. В семье было решено всех родившихся мальчиков называть именем Александр. Актеру сейчас 37 лет.